Итак, всем привет, ребята, я с вами Флаттер, и это шестая часть «Любовь к Кали Корну». Она длится 4 минуты, но мне кажется, меньше, почему? Потому что это... Хочу поблагодарить да. всех за поддержку, спасибо вам, типа, что вы у меня такие... Сначала я ругалась вступительность. На вас в этом ролике, ну вы немножечко спалили меня. Просто она записала ролик о том, что... не будет делать длинные ролики, потому что их меньше смотрят и так далее. Ну что я могу сказать? Просто смотрите. Но мне хорошо. Говорили хорошо. Посмотреть начало тупо из-за этого. А еще знаете что? А на меня делают реакции. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я счастлива. А теперь приступаем к видео. Мамэн! Почему? Я. Я не могу любить ее. Потому что это я. Как ты догадалась? Я всегда была рядом с тобой по ночам. Я ни разу не видела тебя с другими пони. Я не столь наивна, чтобы не понять, о ком ты говоришь. Ладно, признаю, ты мне нравишься. Но почему я не могу любить тебя? Не стоит влюбляться в свою тень, Уна. Так нельзя. Тысячу лет назад ты была столь одинока, что стала общаться с собственной тенью. Однажды та ответила. Так появилось проклятие Найтмер, превращающее в живое существо чью-либо темную сторону. Проклятие, из-за которого я появилась на свет. Ты не я! Теперь ты сама по себе! Я до сих пор не знаю, как мне тебя называть. Сестра, мать или вторая я? Пожалуйста, не усложняй наши отношения еще больше. Вторая запутана. Я. Прости, я не могу ответить на твои чувства. Найди другого пони, что будет любить тебя, сестра. Это ради твоего же блага, мама. Окей. Она начинает вспоминать все эти моменты. Боже мой, еще и эту музыку добавила. Кстати говоря, в тему. А по поводу этого Октавия Мирамору правильно сделала. Хотя бы одна песня в тему. Я говорила тебе, что не могу быть твоей любимой. Но это ведь не значит, что мы не можем быть лучшими друзьями, верно? Однако я не могу быть вечно твоим единственным другом. Почему нет? Ты бессмертна. Да. В отличие от этих смертных пони. Они столь хрупки, легко ломаются, становятся старыми и в итоге умирают, оставляя нас с ноющим сердцем. Я не столь сильна, как Селестия. Не думаю, что смогу спокойно смотреть, как пони... Могила на папье-маше, серьезно? Тысячи и тысячи раз. Нет. Вот почему я хочу, чтобы моей возлюбленной была ты. Потому что ты никогда не покинешь меня. Мы сможем быть вместе вечно. Ведь мы бессмертны. Уна, а знаешь, кто еще бессмертен? Верно, Твайлайт Спаркл. По-моему, вы бы стали отличной парой. Причем это... Зачем это вообще было? Это не по сценарию. Было здорово пообщаться с тобой, Уна. Но мне пора идти. Перед тем, как Селестия пойдет спать, ей может понадобиться помощь с чем-нибудь. Ладно, еще увидимся, Муни. Я беспокоюсь о тебе, Уна. Я всегда была рядом, потому что боялась. Ты будешь одинока и снова пойдешь во тьму. Но, похоже, моя любовь принесла тебе больше вреда, чем пользы. Она вызвала эту запретную влюбленность из-за нее. Ты стала слишком сильно полагаться на меня. А теперь еще не можешь подружиться с другими пони. Я не хочу делать этого, Уна, но ты не оставляешь мне выбора. Она уйдет? Несколько часов спустя... Эй, Муни, ты здесь? О, Селестия, ты еще не спишь? Ты не знаешь, где Муни? Нуни? Она ее запечатала в луну, что? Мне кажется, она попросила ее запечатать, что ли, в луну. Но это очень печально. Вообще непонятно было по поводу этого, просто... Решил затемнение экрана и решила сказать пару слов. Ну, скажи ты пару слов уже после комикса, а не во время озвучки комикса вставлять 5 копеек не надо. А когда реакции снимаешь, тогда вот наоборот, как раз таки надо
вставлять 5 копеек прям постоянно. Что ж, а на этом, пожалуй, все. Шестая часть подошла к концу, и осталась у нас всего одна единственная часть — «Любовь к Каликорну». Что ж, на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Флаттер. Всем пока.